Друзья, всем привет! Сегодня с вами будем делать интересную самоделку. Самоделка у нас будет из профильной трубы, пару уголков и металлическая полоса. Уже немножко зачистил. Сейчас сделаем разметку, ну и посмотрим, что у нас получится. Поэтому давайте уже приступать к изготовлению нашей самоделочки. Итак, друзья, вот что у нас получилось. Вот такая приспособа. Также сделал
два вот таких барашка сварил. Сейчас мы ее соберем, нашу приспособу, и опробуем в деле. Чтобы собрать нашу приспособу, нам нужно всего лишь вкрутить два болта. Первый и второй. Теперь закрепляем две трубы. Нужно, чтобы труба была посередине нашей прорези вот этой. То есть вот таким вот способом. И зажимаем. Зажали. И со второй стороны прижали. И теперь обварим нашу трубу. Итак, зажимаем нашу приспособу в тиски. Вот таким вот способом. Все, делаем прихватку. Сделали. Ослабеваем. Прокручиваем. Снова затягиваем. Также делаем прихватку. Итак, из-за того, что у нас здесь есть прорезь, то есть наш шлак также не упирается, а труба крутится свободно. Ну, сейчас обварю и зачистим, посмотрим результат. Итак, друзья, как мы все увидели, приспособа действительно работает. Изготовление занимает совсем мало времени, но в то же время она будет очень полезная в трудную минуту. Допустим, когда вам нужно будет большое количество каких-то отрезков соединить, да, труб сварить, вот тогда эта приспособа вам и пригодится. Изготавливать ее довольно-таки несложно, но обязательно нужно делать вот здесь зазор. Ну и, как вы видели, сварили мы трубу. Если прислонить угольник, то получается все ровно. Вот такая вот приспособа, довольно-таки простая в изготовлении, но в то же время очень полезная. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!